Происшествие случилось рядом с метро «Речной вокзал». Ранним утром водитель такси заметил красную утку огаря с птенцами, гулящую по дороге, и решил отогнать пернатое семейство с проезжей части. Благородный порыв. По достоинству не оценили, и мужчина, решительно атакованный защищающий птенцов матерью, был вынужден спасаться бегством. Напомним, что пару дней назад на северо-западе Москвы уже происходил подобный случай, когда автомобилисты перекрыли проезжую часть и помогли пересечь дорогу семейству огарей, однако в тот раз птицы на людей не нападали.